Виктор, доброе утро. Доброе утро. Кто-то там пытается. Только, видать, они начали, что ли, да? Да. Вить, натяжку. Вот. Нет, хороший тоже, грамм 200. Рядом не ложи, а то неудобно как-то. Братишка. Вот. Ребята, какой клёв. Ну, ничего. Не, ну этот... Ну, вы хоть вместе вот так вот, ребят, давайте. Да, вместе как-то этот. Неудобно. Да ладно, ничего, ребята. Главное, процесс. Группе пожелайте что-нибудь. Группа, всем привет. Привет, да. Бля, ман, вообще, а, этот. Виктор у нас потихонечку ловит. А ман еще тащит что-то. Оторвал. А? Пусть мне крючок. Бля, брат. Что такое? Вот такого упустил, отвечаю. Окунь? Вот такой окунь. Да ну на. Блин, я вот так его подвел, прикинь, оторвал у меня. Брат, на глаза тыкнул. Смотри, хороший тоже, а. В кармане у меня, брат. Что? Крючок? Да. Ищи. Я говорю, вот они только вышли. Вон последний. Тебя, да, видать? Да. У братана сейчас 2 килограмма окунь сорвался. Он быстро начинает все делать. Что-то там брат тащит. Ничего себе, поросенок. Вот это уже поинтереснее. Ваши эмоции? Ну, после тех, как-то так. Тоже заморал руки. С почином, брат. Спасибо. Это тащит нас. Монстра, блин. О, вот это зачетное. Вот это щучка. Поздравляю вас с почином, двушка. Ребята, вот на живца. Смотрите, дядька, какую вытащил. Ну-ка. Во. Вот это зачетное. Дождались вы все-таки. Да. Двушка. А вот она как. Ну-ка. О, супер, супер, супер. Вот эта щучка. Отличная. Спасибо. Такой вот штиль. Смотрите, как красиво. Вообще. Вот эта погодка. Радует. И рыбаков куча. Ну, мы продолжаем рыбачить. Вот там окушки мои. Клюет, но пассивно. Вот такой горбач, ребята. Во! Мощный. Какая, не взял стойку. Штатив, блин, снимает так. Но поклевки есть. Нормально, около 300 грамм где-то. Это полкило, бля. Вот это окунь. Вот это, ребята. Вообще. Я первый раз такого кабана споймал. Вот это кабан.